Василий Байдак, да, резидент подпольного стендапу, при мне убили людей, і слідчий комік. Три стовпи, на яких тримається сорокадупа. Геї, нацизм і любов до України. У мене є школа юмора. Я обучаю людей шутіть. Це Андрій, він нас знімає. Привіт, Андрій. Для громадського. Я теж Андрій. Це Єгор. Не Андрій. Це Влад. Пацани, ви знайомі? Так. Якщо вони не хто десь до кінця, я дам його. До сцени підійшов депутат Київради Костянтин Богатов. Його нібито обурили жарти стендаперів із матюками. Тут було заявлено, що мати буде. Я кримінальний елемент. Ні, не буде здесь матів. Чого? Ну того, що здесь не буде матів. Останавлюється. Комік переконує, депутат поводився агресивно і накинувся на нього, бо той потрапив йому під гарячу руку. Врешті у хлопця синець, здерта шкіра на руці і зламані окуляри. Який мем про вас зробить? Чувак, давай, пішов. Один раз він зі мною сконтактувався, написав мені бекхенд, типу, смс-ку таку з вибаченням, типу, де він такий, хочу зустрітися з собою особисто. І є я такий... історії в вашому житті, які когось більше, ніж ця. Непогано було б запровадити свято, де на кожну дитину нападають депутати, бо, типу, ну це від 3 до 4 тисяч переглядів. Чи отримували ми колись пизди? Дивіться, Ліза, в Бресті я виступав. О, було. О, ця історія, яку я пишаюсь. Вікопомна. Це момент, коли я став коміком остаточно. В мене кинули бокалом. Да, пожаловались, что тут ЛГБТ-оргия, сказали. Человек сидел на стендапе такой, это оргия, я видел по телеку. Точно, 100%. Да, зритель. Вот здесь. Прямо здесь чувак сидел в аудитории. Вот там, где оператор сейчас сидит, вот там он сидит. И знаете, что самое смешное? Приехали копы. Такие, мы выезжаем. Геи трахаются, мы и выезжаем. Срочно, срочно, не дай бог. Было, что нахер посылали. Было как-то, что убили человека при мне. Вот, я выступал. Да, началась перестрелка. Вот, и прям кидали стулья. И я рассказал свой материал. Убили троих. Вот, и... Да ладно, все равно не было такого. Мы топим за феминизм и про ЛГБТ. У нас есть своя аудитория, которая знает, о чем мы, что мы за клуб, какие у нас ценности, и поэтому они ходят именно на нас. И одна зрительница сказала, говорит, я говорю, а почему вы нас выбрали? Она говорит, я вас выбирала среди других. Я говорю, а что вы нас выбрали? С чего так? Она такая, ну, мы хотим вот этичный стендап. Вот она это назвала этичный стендап. Чтобы вот без шуток про пи***цев, условно, запи***йте там. То есть... И я такой, ну да, действительно, мы стараемся не так шутить об этом или вообще. И в тот же вечер, кстати, был такой материал. Но, он был этичный. Но он был этичный в плане, что человек рассказывал, что вот меня так назвали, и вот как я отреагировал, а не в плане, что смотрите, пидорасы, ха-ха. Иногда, конечно, что-то проскакивает, но это в 100% случаев случайно, чем специально. Такой путь, путь кого-то задеть или там дискриминация, это просто легкий путь, поэтому его много, как и... В чем угодно. Если это какая-то легкая работа, легкие деньги, легкая слава, но нужно при этом кого-то обижать, то некоторые люди такие, окей, пожертвуй этим. Пусть меня ненавидит там какая-то часть людей, но зато меня будет знать какая-то часть людей. Мне скоро 32 года, и к этому возрасту... Спасибо, очень приятно. И к этому возрасту я много чего, ну, как бы, попробовал в жизни, и... Следствием это является моя седина. Вот, да, так. Есть несколько причин, почему она появилась, мне так кажется. Я не знаю точных данных, но одна из причин то, что я был женат. Всегда, когда ты идешь на какую-то определенную площадку, ты понимаешь, что собирается за аудитория. Потому что, в частности, в Киеве аудитория разная. Например, когда ты выступаешь в Осокор, мое худшее выступление за последние годы — это за сокраками, какой-то супер-мажорский ресторан, там, где собирается очень такая аудитория. И я туда, сколько бы я ни готовил туда материал, ничего не получилось все равно. Если человек понимает, что он на стендапе, и он такой, так, мне это не очень нравится, я буду слушать, но я просто, ну, мне не нравится, я не буду слушать. В Осокоре это происходит так. О,
Херня. Эй, а что там у тебя вчера было в ЗАГСе? Как ты? Можно потише, пожалуйста? Салата! Всем салата! Выступаешь в центре на Подоле, это другие люди. Выступаешь даже в центре на Крещатике, другие люди. Понимаешь, что за заведение? Можно даже посмотреть по ценнику. Ну, то есть, ты понимаешь, там есть ценник среднего, ну, средний чек. Вот такой вот, значит, определенная аудитория. Но в целом тебе должно быть наплевать, какая аудитория, потому что ну ты же комик, ты не можешь, ты же не просто какой-то человек, который ложится под определенную аудиторию. Но это не совсем правильно. Стоит подумать просто о первой шутке, там, о второй, третьей, чтобы завоевать внимание наибольшего количества людей. А потом уже можно раскрывать свой, как бы, голос честно. Вот, как-то так. Но на Сокоре я больше выступать не буду. Это было ужасно. Реально перед бездомными гораздо легче выступать, чем перед людьми в Сокоре. В одном телеграм-канале, на который я подписан, приходит уведомление: нужно выступление на благотворительном вечере, 20 минут стендапа, плюс 100-500 в карму. Немало. Думаю, ну, это то, что нужно. Вот. И я пишу, я согласен, у меня как раз был свободный вечер. И мне говорят, слушай, ну это и правда, это была знакомая девочка, она пишет, это и правда не очень легкий вечер будет. Я говорю, да все нормально, я выступал там и в клубе, в 2 часа ночи, в коммунаре, это Харьковская область, где меня выгоняли. Я говорю, все нормально. Она говорит, ну смотри, это выступление перед 200 бездомными. Всегда, когда ты готовишься к аудитории, ты понимаешь, что нужно как-то понимать аудиторию и... Вот сейчас про Иуду, это же специально для вас было. Я просто чувствую вас, ощущаю. И там нужно тоже было подготовить материал. И поэтому я понимал, что мне не должно ничего быть в моем материале того, что может напомнить бездомным о их сложном существовании. Мне не нравится какой-то пошлый, там, грязный юмор. Ну, я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что он мне не нравится, не импонирует. Мне не нравится политический юмор, потому что я не считаю, что я разбираюсь в политике настолько, чтобы транслировать свою мысль через юмор. Но в целом, когда ты шутишь о политике, люди же, они окунаются в свой быт, в реальность, и очень важно здесь говорить правильные вещи. Политика в комедии — это очень серьезный инструмент, и кому, как не нам, в нашей стране, это знать. Ну, а прям залазить какие-то в социальные там штуки, в политические, ну, мне тяжело. Ну, как бы не могу. Да, социальные, которые я пережил, которые я видел, которые я сам занимаюсь, я в этом честен. Поэтому, ну вот, бездомный, я перед ними выступил, я знаю это все, вот, мне легко. До любого уровня тем нужно дорасти. Это хороший фильтр для написания материала. Ты можешь шутить о чем угодно, если это твой личный опыт. Mm-hmm. То есть, например, если, допустим, там, человек гей, и он шутит про геев, он может шутить как угодно, потому что он в этой позиции. То есть, если он темнокожий, он, вот, как комики темнокожие шутят, они о расизме очень много шутят. А если белокожий человек шутит про расизм, как ему надоело, там, бла-бла-бла, типа, парень, ты в позиции силы, о чем, на что ты жалуешься? Ты не можешь понять, каково людям, которые ниже по статусу. Типа, перша зія в нашому проєкті, вона була несанкціонована. Несанкціонована зіга, абсолютно. В РНБО будуть якісь питання до нашої зіги, ми можемо сказати, що це фактично була ініціатива Андрія Щегеля, який підтримує, ну, типа, культивує любов до арійської раси. Да. Да? Ні, так, за таке в нас, типа, тиждень виправної колонії в молодіжному корпусі ОПЗЖ. Задача коміків – просто провокувати суспільство. Хто викупає, той викупає. Хто не викупає, той дебіл. Як казав Семисюк, якщо щось непонятно, постарайтесь це поняти. Точно. Точно. Золоті слова. Золоті слова. Будьмо. Гей, є люди, яким подобається все, обмежують себе отак. Є люди, які думають, ні, ми думаємо отак. Треба тільки... Да. Навпаки, тільки сексистський стендап. Є? Є. Є стендап, в якому немає сексизму. Є? Є. Все супер. Я тільки за. Абсолютно точно. Ну, я тільки за. Має бути стендап для нацистів. Має? Має? Конечно. В Харькове ребята с одного клуба оскорбили, назовем так, еврейское сообщество или евреев в общем. И они это вовремя осознали и извинились. И живут себе дальше. И все нормально. А, я думаю, что если бы не извинились, это бы замялось просто чуть дольше. Да, да. Ну, то есть вот такой институт репутации. Нет ничего такого невозвратного. А переехал в другой город, да? А? Приехал? Да, приехал, он сейчас в Киеве живет. Ну, это не связано. Шутить можно обо всем, смотря как. Например, можно затронуть очень какую-то острую тему,
как, просто для того, чтобы показать ее наличие в обществе, потому что стендап — это тоже есть социальный комментарий. Ограничений не должно быть в комедии, ну не должно просто. Комик должен сам решать, что, о чем ему шутить, о чем не шутить. Кто-то извне не должен говорить это. В основном про олигархов там что-то говорят. Если кто-то сидит в зале, то говорят, что сегодня в зале там Виталий Петрович, он нам купил стулья. Он нам купил стулья, лучше. И та Виталий Иванович получает и за стулья, и за то, что он Виталий Иванович. В основном так оно работает. Что раньше было украинское, сейчас... раньше было российское, сейчас украинское. Да. Патриотизм. Да. Патриотизм. Любовь до батьківщини. Любовь до батьківщини. Якийсь такий перелом? Ні-ні-ні. Слухайте, до очевидного, до очевидної хвилі патріотизму ми просто приховували свою любов до батьківщини. Я певний час перебував в Омані. Російською мовою. Ігор зараз буквально знаходиться у процесі написання нового сольного концерту. І зробити сольник з 10 місць йому нічого не варто. Але російською. Бо він Русія. Давай я скажу. Україна славетна. Ми поважаємо Україну і хочемо, щоб її стендап-спільнота була щаслива. Щаслива. І всеосяжна. Зростала як мрія. Підтримайте українську і україномовну комедію, і наша країна розквіте. Як мак. Як мак. Да. Ніколи Росія агресор! Не захопуй цю землю! Не дивіться російською мовою нічого! Бо це перетворить вас на москаля. Бля, ай-яй-яй-яй-яй. В обычной жизни я копирайтер. Да, я пишу статьи, и там иногда на фриланс прилетают какие-то там сценарии написать, или какую-то рекламу помочь, или даже... Сейчас начал заниматься озвучкой для Ютуба. Вот. Очень интересно. Могу услышать по его голосу. Могу коммуналку оплатить зимой даже. Если бы я занимался только стендапом, было бы гораздо сложнее. Но пока так. У меня есть школа юмора, где это типа ближе к профильному, так сказать, моему занятию. То есть я обучаю людей шутить, которые хотят только-только вот первые шаги сделать на сцену или что-то такое. То есть это курсы, где человек проходит там условные 6 занятий и выходит на сцену. У нас в Украине нет профильных проектов, в принципе. Вот таких, где сыпятся деньги и только успевая их собирать, вот нет такого. Мы идем как бы снизу вверх. То есть без вот этого буста денежного, где вкидывают в комиков деньги. Нет никакого института агентов, нет никого, кто говорит, вот этот комик, я его возьму себе, мы будем делить там с ним доход. Из-за того, что нету опять-таки больших телевизионных проектов, еще нету суперзвезд прямо, ну, может, там Андрей Щегель. Наверное, один из самых известных, если не самый. Ну, тоже, если вы, например, вот до этого не знали, то, скорее всего, вряд ли он суперзвезда. Я начал с уже поганою, неприємною, хейтерською темою нотаріусів. Але за сьогодні... Журналісти громадського, а до речі, це він є журналісти громадського! Уууу! Я підійдіть руку! А, он ми! Ви в шоці, так? Такі, я можу бачити, що це йога, бля, що? 5 років заради цього. Коротше, якщо що, журналісти громадського думають, що це стендап. Купа людей була сьогодні. Ви бачили? Це магія. Ви працюєте ще? Я, на Торонто, працюю стендап-комік. Да. Я працюю в рекламі. Ігор в рекламі працює. Да. Сракадупа — це ми разом робимо вечірки і подкасти, як, наприклад, зараз. Це Влад окремо, який поїхав туром. 6 міст у нього чи 7 тур. Заробив бабок. Бабок йовом заробив. Ну, просто ви розумієте? Ніхто так не може. Типа як Козловський, тільки класно. Як Козловський, тільки не стидно. Да-да-да. Да. Є я, який теж з організатором їздив, ділився з ним, але теж йобом бабок. Все супер. Ні, так ви смієтеся, але це правда. Це правда? Це правда. Ну для Андрюхи, типу, поїхати в тур, заробити йобом бабок, це навіть, типу, ну... 5 тисяч баксів просто за декілька міст. Чи 6, мабуть. Есть понятие хорошей конкуренции, приятной, когда ты видишь, что кто-то едет в тур, там, вот, что Щегель там едет в тур в столько городов, ты такой, и я тоже хочу. Ну, нет такого, вот ты,
говно, Щегель, вот бы ты не поехал в тур. Нет, есть такое, вот ты, Щегель, говно, я тоже хочу поехать в тур. Все, что на телевидении, все собирает людей, потому что все-таки телевизор смотрит большая часть, ну, много людей смотрит, то же самое Лигу смеха смотрит, поэтому на меня часто приходит как на человека из Лиги смеха просто посмотреть в стендапе. Но это тоже хорошо, потому что это удочка, крючки из разных мы протаскиваем. Ребята работают, например, на радио «Промень», притаскивают оттуда людей. Сергей Лепко, Тимошенко, Шатайло. Вот если появится на телевидении стендап, он пройдет годик, и у всех станет все в разы легче. Я не говорю, что это правильный путь, что это прям комедия вырастет из-за этого, но оно просто даст популярность, которая соберет больше залов. Но и так все хорошо. Залы собираются, солдауты, у подпольного вечеринки там, у меня могут быть выступления каждый день, например, на протяжении 2 недель. Много на самом деле стендапа, очень много. Спасибо большое за вечер. Поаплодируйте друг другу. Спасибо огромное. Это все, это конец.